Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы сегодня будем испытывать наш редуктор на прочность. Редуктор состоит из армамида. Сейчас мы попробуем. У нас часто задают вопросы, насколько он прочный. Смотрите, сейчас мы его испытаем полностью, рабочий редуктор, да? То есть, если по нему побить, с ним ничего не происходит, ни трещин, ничего. Но сейчас мы проверим его в другом формате. Вот мы сняли редуктор, и сейчас будем его испытывать. Мы стоим на асфальте, попробуем его побросать. Ну, я думаю, достаточно. Ставим обратно и попробуем, будет ли он работать. Вот мы поставили редуктор и проверяем, поломались ли у нас что-либо внутри. Все работает как и прежде. И прошу обратить внимание на корпус. Корпус, после того, как мы его бросали, немного поцарапался, но нет на нем трещин, пластик не лопнул, то есть не пластик, а армамид. И все с ним в порядке. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, прочный ли у нас редуктор. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!